Всем привет! Ну что, давно у меня просили посмотреть игры Олега. Ну вот, одна из таких игр называется Brickspirit. Игра на английском языке, версия 1.4, немного старенькая игрушка, но тем не менее. Давайте посмотрим, что она себя представляет. Здесь у нас куча моделей всяких поездов, количество деталей, но в принципе моделей не очень много. Но тем не менее, можно выбрать темы, которых нет, к сожалению. Но тем не менее. Что мы можем построить? Самый простой минеральный детектор, да, то есть минералы ищут 39 деталей. Так, машинка такая. Сейчас вам покажу, что суть в чем этой игры. Давайте. И на нем мы можем видеть, что нам надо собрать. Детали раскиданы по всему полю. Мы их собираем и крепим. Можно выкидывать кнопкой правой мышки. Сейчас попробуем, что я уже забыл, немного куда-то что крепить надо. Эти детали так разлетаются далеко, что потом не соберешь. Так. Вот он длинный, на 6. Скос. На 2. Забор, как он называется. Так, так, и руль. Все, машинка наша готова. А, я заработал 12 очков опыта. Соответственно, чем больше очков, тем сложнее можно собрать.
собрать. Вот, например, можно построить этот поезд? Можно. О, боже мой. Сзаду себе имеет физическую основу. Можно вот туда отдалить. В общем, 419 кубиков в этой модели. Поэтому можно ее собрать. Это нажал. Давайте соберем что-нибудь попроще еще. Потом, если вам понравится эта игра, вы можете написать в комментариях, строить комментарий что-нибудь из нее или нет. Давайте вот такой пикапчик соберем. Не пикапчик, а... В некоторых моментах уже деталь видна, что отдельно ставить и что к ней надо закрепить. Бывает уж очень просто. Так, возьмем основу под колеса. Так. А, жука состоит. Некоторые детали очень далеко улетают, но можно подвести стол, как бы, или они появляются ближе. Еще одно колесо. Вот одно колесо. А, вот. Так. Арки. Раз. Два. Ага. Сразу же какие-то танки такие. Сюда. И еще один колесо, еще одно. Как это называется, влево для фар. Так. Сзади, значит, надо. Что там у нас? Наверное, две дверь таких. А. Ну, как-то странно собрали эту модель. Можно было один кубик поставить вообще. А, наверное. Непонятно. Что-то... А, там такие же, как и на Spirit Farm. Все понятно. Надо крутить просто модель, чтобы увидеть все детали, которые используются. Так, желтые стекляшки эти. Угу. Вот это поворотное. Хоть я и собираю самоделки, но толком название деталей все не запомнишь. И... Да и надо ли это вообще? Видите, нельзя раньше поставить то, что ты хочешь. То есть надо именно делать, следовать по инструкции. Может быть, какой-то режим есть, там какой-нибудь Pro, где ты их как хочешь, так и лепишь. Просто глядя на рисунок. Но, к сожалению, здесь так нельзя сделать. Так. Вот теперь только это можно поставить туда. Руль. Сиденье. Ну, как высоко прыгаем. Жалко, что нельзя не попрыгать. Было бы прикольно. Так, что там? Кубик какой-то где-то надо найти. Или что это там? Что это такое? Вот это что это? А, ясно. Хотя не со... А, наверное, двойная. 2×4 пластина. Угу. Сюда два кубика. 1×1. Так.
Что еще? Все, вроде бы собрали тут. А, сейчас, иди сюда, на вот эту. Ага. Что-то еще он хочет, а что он хочет еще? Ясно, одиночный. Один на один в панели. Так. Стекло. Тайл. А, тайл, да, можно уже на капот поставить. Зачем, просто не понял, это делать? Ну, ладно. Видно дизайнер. Надо, если бы можно было запихнуть мои модели сюда, было бы интересно. Ну, да, наверное, все с ума посходили собирать их. Слушайте, а может и правда нужно свои модели сюда как-то заделать? BXP. Ага, вот очки, что можно делать? Можно открыть третий слой, чтобы количество кубиков вложить. Вот это что? Опыт какой-то. Можно сортировать сразу по цвету кубики. Можно бегать быстрее, прокачать. Автоматически кубики ставить. С больше дальнего расстояния брать кубики. А, ну, в общем, всякие подсказки. Всякие вот такие интересности. В общем, если понравилась эта игра, ставьте лайк. Пишите, продолжать ли в нее играть. Это, в принципе, первый раз на моем канале обзор игры Олега. Возможно, другие игры тоже будут. А на этом все. Подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте. Всем спасибо, всем пока.